И всем привет! Вы на канале Няша Геймс, и мы уже добрались до Великой Стены. Так, давайте сейчас придем им на помощь и поможем защитить эту стенку, чтобы ее не прорвали. Так. Приветствую тебя! Перед тобой Великая Стена, защищающая нашу страну от кочевников. Еще никому не удавалось преодолеть ее. Но вчера, перед рассветом, на нас напала армия чудовищ. Они прорвали оборону и направились вглубь страны. Мы и раньше видели чудовищ, но не в таком количестве. Это было жуткое зрелище. На стене до сих пор идут ожесточенные бои. Кажется, мы скоро найдем Телхина. И я думаю, что именно сюда нам нужно идти. Так, давайте зачем. Нам приказано уничтожить всех чудовищ на стене. Но мы не можем справиться с пергами. Один гигантский захватил сторожевую башню. Мои люди боятся его. Нам придется сдать подкрепление. Я есть твое подкрепление, не переживай. Так, у нас появилось дополнительное задание. Магическое оружие получим. И 23 тысячи опыта. Так. Давайте действовать по нашей стратегии. Отравляем их. И идем в бой. Ой-ой-ой-ой-ой. Это плохой знак. И это тоже плохой знак. Так. Вот все нам испортили. Ну, я думаю, ничего страшного. Так, давайте дальше бороться. Так, заберем сейчас зелье. И ты не можешь щит. Это поднять. Ага, не можем поднять. Ну, давайте, значит, вот этот посох уберем и возьмем щит. Так, необходима сила 200. Отлично. Почему нет? Сила у нас есть. Ага, с молотом этим оно не сочетается. Печально. Так, ладно. Давайте двигаться дальше. Так, богатая льняная мантия. Интеллект 182 нужен. Ну, у нас нету столько интеллекта, так что эту вещь мы не будем брать. Крыль тут слишком много. Бормочущий пенг. Так, давайте его отравим. И захилимся. Сяо. Ага, он призывает вот этих вот пенгов своих. Надо его срочно победить. Так. Ну, первая попытка была неудачной. Да, стена, конечно, огромная. Кстати, есть очень крутой фильм про китайскую стену. Пытались взять чудовище. Мне, кстати, очень понравился этот фильм. Если вам тоже, ставьте лайки. Ну, пишите комментарии. Ну, а если нет, то советую посмотреть. Так. Ну, мы пока что двигаемся по этой стене, чтобы ее защитить в игрушке Titan Quest. Так, как бы нам его победить? Изначально давайте. Ай, он у меня еще, по-моему, магию какую-то забирает. Так, ладно, текаем. Ай, опять. Так, волка пока что не можем призвать. Вот уже можем. Призываем одного. Да, мне кажется, это будет очень сложная битва. Мы на этой стене проведем очень-очень много времени.
Ну, конечно, я думаю, это плохая идея. Но давайте попробуем поменять на посох молний. Так, кстати, тут 49 единиц урона. И тут тоже. Ага, тот же самый щит. Так, вот так. Давайте попробуем с посохом его победить. Нет, это была плохая идея, однозначно. Давайте назад менять это все. Так, мы хотя бы какой-то урон наносим. Так, продвигаемся. Хоть бы нас сейчас сразу не убили. Ну, хоть чуть-чуть надо продержаться. Так, заберем опыт. Так, все, отправляем и убегаем. Я думаю, они все не будут за нами гнаться. Так, еще отравляем, и надо захилиться обязательно. Так, ай, нет, нас не хватило, чтобы сделать стену терновника себе. Так. Да сколько ты будешь за мной гнаться? Ну, хотя бы так. Мы хоть подубавили немножко его армию. Так, интересно, они далеко ушли? Да, они, наверное, вернулись на свое место. О, вот летят туда, видели? Полетел сбоку. Так. Что бы нам такое придумать? А, у него совсем мало жизни. Нет, нет, пожалуйста, не умри, не умри, не умри. Где там бутылочка? Есть. Мы успели захилиться. И, кстати, мы его победили. Убит босс. 4489 опыта. Так, давайте разберем груду костей. Мы молодцы. Так. Сообщите новость о победе командиру отряда. Ну, давайте вернемся, сообщим о победе и получим магическое оружие. Так, кстати, у нас в инвентаре нету места. Так, это что? 182 интеллекта. У нас пока что столько нету. Так, железный нагрудник. 63 единицы защиты. Меняем по-любому. Так, 179 интеллекта. Это мы тоже уберем. Так, ну, а это мы пока что оставим себе. Так, серповидный топор грома. 48-56 урона. Круто. Нужна сила 231. Ну, у нас пока что 213. Ну, давайте пока оставим. Но, скорее всего, мы его продадим, этот топор. Давайте возьмем свой опыт сейчас и магическое оружие. Надеюсь, он будет крутой. Тебе удалось убить Бенга? Он прихлопнул дюзину наших лучших солдат, как мул. Я должен отблагодарить тебя. Пожалуйста, передай нашему командиру, что мы скоро уничтожим всех чудовищ на стене. Круто. Так, командир, мне надо тебе доложить. Один из наших дозорных видел их предводителя. Ужасную тварь с кривым мечом в руках. Так, а где магическое оружие? Что? Как это понимать? Странно как-то. Так, может быть, нам куда-то дальше надо пройти? Пожалуйста, возьми меня в ученики. Я тоже хочу стать великим воином, таким же, как ты. Я хочу оружие в награду. Оно должно быть крутым. Ну ладно. Придется так бороться дальше. Давайте двигаться. И я думаю, скорее всего, мы скоро найдем Толхина. Хорошо, хотя бы опыт добавился.
Так, давайте откроем магический сундук. Так, 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 это забираем. Сущность знаний королей драконов. Ты не можешь это поднять. Понятно. Так, ну, одеть мы ничего не можем. У нас не хватает интеллекта. Так, стоп. А это что? Ага, ловкость 196 тоже не хватит. Ладно, давайте идти вперед. Давайте это чудовище. Так, продвигаемся. Ого, сколько вас тут? Так, мне кажется, было бы неплохо прокачать себе чуму навык. Кстати, его вообще можно еще прокачивать или нет? Чума. Ага, чума. Усталость. А следующая восприимчивость. Ослабляет сопротивляемость ближайших противников, делая их более восприимчивыми к физическому урону и к воздействию стихийной магии. Так, для этого умения необходимо еще 10 очков. Ого. Так, а тут жгучая крапива. Ну, в принципе, мы стеной терновника не так уже часто пользуемся. Так, лесная нимфа. Для этого умения необходимо еще 2 очка, вложенных в умение силы леса. Так, вот эту вот лесную нимфу нам нужно получить, так как нам еще нужна армия. Так. Ого, сколько вас там? О, фонтан. Это меня очень радует. Так, ну, хилиться не будем пока что. Но все равно возле источника. Как-нибудь... Так, доберемся. Так, стоп. Меня нельзя убивать. Так, пока что неплохо справляемся. Давайте разберем эту груду костей. Тигры-человеки. Так. А вот они, кстати, много урона наносят. Ну, давайте все-таки захилимся, чтобы могли нормально посражаться. Ай-яй-яй. Я так и думала. Где-то там мы недалеко погибли. Сейчас заберем свой опыт. Кстати, нам нужен еще один лок. Давайте немножко подождем. Так, и сейчас сразу давайте отравим. О, он, кстати, один на нас пошел в атаку. Да, он довольно-таки сильный был. Корзинка. Откроем ее. Так, щит выживания. Ну, в принципе, то же самое, что и у нас. А этот щит нам необходима сила, которой у нас нету. Так, что тут?
немножко отойдем, спрячемся. Так. А, они наших бьют. Давайте поможем нашим. Значит, отряд Зичаня справляется? Отлично. Рад слышать, что наши войска держат все под контролем. А, вот оно что, вот мой опыт и светлый загнутый клинок способностей. Круто. Давайте посмотрим, что это за клинок. Тридцать два, 37 урона, 10% проникающего урона. Очень быстрая скорость. Но у нас 36-45 урона. Наше оружие как бы намного эффективнее. Так что оставим свой топор. И будем двигаться дальше. Так. Провинция Шанси. Так, тут такие вот ерины появились. Они, кстати, очень сильные. Мы за них поменяли наши колечки. У нас есть кольцо сопротивления молнии и кольцо сопротивления огня. Ой, так. А, это что? Древний драконец. Прикольно. Так, утоль снадобья заберем. Ого! Какие вы тут огромные и злобные. Так, волк. Тут вообще огнем дышит. Так, вовремя мы захилились только что. Так, пора текать. У нас нет ни энергии, ни жизни, ничего. У нас вообще нету. Стой, текай. И не останавливайся. Так, захилимся, давайте. Давайте попробуем немножко тут посражаться. Угу. Да, посражались. Так, ну давайте бежать снова к тому месту. Немножко далековато придется пробежаться сейчас. Ну, в общем, пока мы будем двигаться по китайской стене и по провинции Шанцзяя, кажется, так она называется. Ну, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, а мы встретимся с вами уже в следующем видосике. Всем пока!